Военный обозреватель Денис Попович присоединяется к нашему эфиру. Денис, рада приветствовать. Здравствуйте. Добрый день. Денис, не кинжалами едиными, есть еще ониксы, другие варианты вооружения. Какой реальный потенциал производства подобного смертоносного оружия остается у российских оккупантов? Ну, были цифры подсчетов, подсчеты. От 2 до 5 ракет различных номенклатур за сутки. Различных номенклатур. То есть там не только ониксы, не только кинжалы, не только Искандеры, а все те ракеты, которые они способны, которые находятся у них на вооружении. Поэтому можно ориентировочно посчитать, сколько ракет в сутки они могли произвести, ну и сделать какой-то приблизительный расчет, сколько, например, у них может быть сейчас крылатых ракет Х-101 с учетом существенного перерыва в массовых обстрелах Украины, территории Украины, сколько сейчас они смогли наклепать этих ракет для того, чтобы в какое-то ближайшее время попробовать возобновить эти обстрелы. Как вы думаете, когда будет это ближайшее время? Ждет ли враг первых морозов, да, холодов, и сколько он успеет к этому моменту накопить? То есть ждать ли нам повторения прошлогодней ситуации, когда за одну ночь враг мог выпустить до 70 ракет только, а мог их еще комбинировать с запуском шахедов и так далее? Ну, в вашем вопросе содержится ответ. То есть когда случится этот первый обстрел после длительного перерыва, там, зная приблизительные темпы производства, мы могли бы посчитать, собственно говоря, сколько приблизительно ракет находится в распоряжении противника и сколько он будет выпускать по территории Украины. На мой взгляд, столь массовых обстрелов там не будет, да, если сравнить ситуацию с прошлогодней, потому что в прошлом году у них был запас ракет, помимо воспроизводства их, у них был запас, который они выпустили по территории Украины. Собственно говоря, тогда и это объяснялось, почему они могли за один раз выпустить там по 70 ракет. По-моему, даже был день, когда они выпустили более 100 ракет. Был. Ну вот, был такой день. То есть можно было такие подсчеты произвести, когда они попробуют осуществить первый обстрел. Что же касается вашего ответа на ваш вопрос, когда это случится, ну тут очень трудно что-либо прогнозировать. Почему? Потому что, если вспоминать ситуацию прошлогоднюю, то вот мы сейчас в конце октября, уже, по-моему, к тому времени в прошлом году было 2 или 3 таких обстрела. То есть они не стали дожидаться мороза, а они начали обстреливать уже в октябре. То есть тут крайне сложно на ваш вопрос ответить и даже прогнозировать. Я бы не стал, потому что ответ на этот вопрос знают только те, кто непосредственно дает команду. Ну, скорее всего, враг провел просто работу над ошибками и понял, что в октябре, когда еще нет... там, незначительное похолодание на улице, да, заморозить Украину было глупо, надеяться, в прошлом году. С учетом усиления ПВО, благодаря нашим партнерам, которые тоже не сидели сложа руки, ПВО за последний год в Украине стало существенно сильнее, да? И вот если взвесить наши возможности по противовоздушной обороне и их возможности по обстрелу территории Украины, повторение сценария прошлой зимы стоит ожидать? Или все-таки эту зиму удастся пройти немного легче Украине? Ну, тоже, знаете, вопрос 50 на 50. Да, безусловно, у нас стало больше современных комплексов благодаря усилиям наших друзей. Плюс ко всему и наши зенитчики, они набрали опыт. К счастью или к сожалению, то есть уже как кому судить. Потому что у них была, к большому сожалению, обширная практика, которая позволила им этот опыт получить. И сейчас этот опыт позволяет им практически иногда творить чудеса. То есть крайне редко любая система ПВО может похвастаться 100% сбитием воздушной цели. А мы могли предъявить как минимум несколько таких удачных кейсов, когда получалось сбивать 100 из 100. Вот, поэтому тут вся надежда на нашу систему ПВО. Если наши ребята будут действовать так же хорошо и так же слаженно, как и раньше, плюс наши энергетики предприняли какие-то меры защиты вот тех вот основных элементов энергетической системы, которые раньше подвергались ударами с воздуха, то есть надежда, что нам удастся пережить эту зиму намного спокойнее, чем это случилось, чем это было в прошлом году. Денис, в любом случае, поставки от наших западных партнеров критически важны и с точки зрения защиты от ракет российского агрессора, и с точки зрения продвижения процесса деоккупации украинских территорий. Как сейчас развиваются события в направлениях Авдеевки, Лимана и Купянска? Что там сейчас происходит? Как наши держат оборону? И чем это попытки захватить эти направления уже обернулись для оккупантов? Ситуация очень сложная, особенно возле Авдеевки. Оккупанты бросают все новые и новые силы, поскольку ставят
перед собой задачу окружить Авдеев. То есть почему им это нужно, такая, ну, это однозначно ответа. Одного ответа на этот вопрос нет. Во-первых, это победа, потому что на любом случае повышает морально-психическое состояние той стороны, которая сумела эту победу одержать. Во-вторых, там есть абсолютно политические задачи, которые сейчас, очевидно, превалируют. То есть именно они гонят такое количество российских солдат на укрепление украинской армии, где они потеряли по разным оценкам от одной бригады до двух. То есть называются разные цифры. То есть президент Владимир Зеленский называл цифры приблизительно 2000 человек, а звучали также цифры 4000 человек и 5000 человек. А это уже две бригады. Это очень большие потери. И учитывая тот факт, что российская армия продолжает гнать войска на Авдеевку, эти потери будут расти. Поэтому военного смысла тут все меньше, а все больше политического смысла, в рамках которого, ну, россияне не считаются потерями своей живой силы и техники. Ну, скорее даже техники. То есть они больше жалеют технику, чем живую силу. Живую силу они как раз не жалеют. И ставя на карту все для того, чтобы окружить Авдеев. В этом заключается плохая новость. Она говорит о том, что и дальше российские войска будут пытаться окружить этот населенный пункт и дальше будут бросать туда все новые и новые силы. Купянско-Лиманское направление, там те же самые задачи, но там наступление у российской армии развивается тяжелее, там и в контратаке ходим. Хотя и Купянско-Лиманское направление является очень важным для Российской Федерации, опять-таки с точки зрения того, чтобы добыть победу, выйти на Купянск-Узловый на рубеже речки Оскол и приблизить, скажем так, выполнение общей задачи, которая заключается в том, чтобы захватить Донецкую область до административных границ. Собственно говоря, и этому шагу продиктованы, в том числе, попытка захвата Авдеевки. Тут есть внешнеполитические причины, очень существенные. Почему? Потому что, по мнению российского руководства, сейчас достаточно благоприятная международная обстановка для того, чтобы склонить нас к переговорам на условия Российской Федерации и в качестве наблюдательного козыря положить на стол возможные победы под Авдеевкой и в районе Купецка. Денис, вы говорите, что они гонят все новые и новые силы. Откуда они берут эти новые силы? Это свежемобилизованные, и они заходят с территории Российской Федерации, или им приходится оголять какие-то другие участки фронтов? Снимаются силы с Луганской области, в том числе. Была информация практически о трех бригадах, которые они перебрались с Луганской области. Есть мобилизованные, есть «Шторм-З». Что касается Авдеевки, там еще часть так называемого первого армейского корпуса ДНР. Если припоминаете, были такие подразделения, да, куда входят и мобилизованные с оккупированных территорий, так называемой Донецкой Народной Республики, так и старые отряды именные, которые стояли на этой линии, на Донецкой дуге, начиная с 2014-2015 годов. Это Сомали, там, Спарта, вот эти вот все формирования. Они имеют достаточно высокую мотивацию, достаточно серьезный боевой опыт, поскольку они воевали все это время. Начиная с 2014-2015 годов и вплоть до широкомасштабного вторжения. Вот эти вот «Шторм-Зетовцы» и «Сомали», первый армейский корпус, они находятся на острие наступательных колонн российской армии. Они стачиваются у нашего укрепления. Ну вот, и русские пытаются их использовать в качестве тарана. Ну, такие у них, в принципе, планы. Что сейчас может изменить ситуацию в пользу украинских защитников? Ну, наша задача сейчас измотать противника, нанести ему больше, как можно больше потерь. Эти потери должны быть настолько большие, чтобы они не успевали их восполнять. То есть, грубо говоря, вот есть подкрепление, но его меньше, чем нам удалось перебить вот этих вот наступающую российскую живую силу. Тогда удастся удержать рубежи и, в общем-то, обеспечить им провал их наступательных попыток. Ну, которые существенно, такого рода потери существенно вообще снизят потенциал российской армии и заставят их искать резервы, очевидно, путем дальнейших мобилизационных попыток на территории Российской Федерации. Ну, то есть, грубо говоря, артиллерия, кассетные боеприпасы? Артиллерия, кассетные боеприпасы, как можно больше дронов, которые наводили бы кассетные боеприпасы, наводили бы артиллерию, да, с кассетами. Ждем авиацию, ждем этих боеприпасов. То есть всего побольше. Тут, конечно же, нужно было бы нам.
Давайте обсудим еще ситуацию. Успеваем на юге Украины. Институт изучения войны сегодня сообщил о том, что у вооруженных сил Украины там есть определенные успехи. О чем идет речь? Мы правильно понимаем, что удалось продвинуться, кажется, на 7 километров. А дает ли это возможность создать надежный плацдарм на этом месте, куда можно перекинуть тяжелое вооружение, ну там разные виды техники, чтобы вести уже оттуда наступательные какие-то операции? Я бы сказал, что идет работа над этим. Над созданием плацдарма для того, чтобы можно было перебрать сюда тяжелую технику и дальше развивать наступление вглубь левобережья Херсонской области. Но пока идет работа, то есть дальше что называется, не будем забегать наперед. Да, действительно, пускай лучше действия украинских военных станут полной неожиданностью для оккупантов. Следим за развитием событий. Денис Попович, большое спасибо. Денис Попович, военный обозреватель, присоединялся к нашему эфиру. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.